Что это, для чего это, почему это, в который раз, какие цели. В общем, ну так, вообще, минутки на полторы мы. Окей. Смотреть на него. Да, пиши. Уже начинать? Да. Примерно год назад, 21 ноября, вышли люди на Майдан. Они вышли с такими креативными лозунгами, как «Москаляку на геляку», «Пан Дугеть», «Украина понад усе», «Слава героям». Мы смотрели на это, уже тогда многие умные люди говорили им, что вы делаете, вы приведете свою страну к гражданской войне. А другие люди говорили, ну они же дети, они поиграются, ничего плохого не будет, они только против всего плохого, олигархов убрать и вступить в Европу. Но спустя год мы видим, к чему скачки на Майдане привели. И мы видим, а многие люди не видят. И наша цель – это показать гражданам Израиля, обычным прохожим, которые тут ходят на улице и не интересуются политикой, к чему приводят скачки на площади, когда выходят толпы неуправляемых, агрессивных, молодых и не очень молодых людей с непонятными целями. К чему это приводит? А приводит это к гражданской войне, к братоубийственной войне, к погромам, к убийствам массовым людей, к разрушению городов, все, к разрухе, распаду страны. И многие здесь, на Западе, в Израиле, закрывают на это глаза. Я обратился к активистам, русскоязычным активистам всей Европы, всего мира с призывом провести такие выставки по всему миру в конце ноября и решил показать своим личным примером с помощью моих друзей, кто меня поддерживает, пример. И я надеюсь, что этому примеру последуют другие активисты, другие ячейки антифашистов, антинацистов. И такие же подобные выставки пройдут по всей Европе, и они покажут обывателю, европейцам, которые не интересуются политикой, что же на самом деле происходит в Украине после военного переворота. Смерти, разруха, геноцид. Мы очень хотим, чтобы это все увидели. И представиться, имя, фамилия, и как титровать организатор, я не знаю, кто. Мое имя Равид Гор, я лидер активистов инициативной группы антинацистов Израиля. Мы выбрали на название «Русский акцент», потому что это то, что нас характеризует. Мы проводим каждый месяц примерно по такому мероприятию. Также мы занимаемся сбором и отсылкой гуманитарной помощи народу Новороссии и Донбасса. Спасибо. Огромное спасибо. Огромное спасибо.